Добрый день всем! Сегодня с утра я выехал из нашего села Молдаванского в Горячий Ключ. Ну, курортный городок такой есть в Краснодарском крае, чтобы забрать нашу знакомую Эльвиру, которая там отдыхала, и привезти к нам в гости в село Молдаванское. Навигатор мне показывал, ну, 2 часа, там, 20 минут ехать, и где-то пол первого я должен был быть уже на месте. Сейчас уже 2 часа, и мне еще ехать километров 6. В чем дело? Ребята, народу столько, пробки так забиты, все едут на море. Вот я еду в сторону Новороссийска. Я уже не говорю о том, что в два ряда по обочине едут. И что несчастных 9 километров я еще не проехал, да, мне навигатор показывает, еще ехать надо, да, но я еду уже больше, чем час этих 9 километров, вот такие вот пробки. Ну, бедная Эльвира заждалась уже, Аллочке звонит, говорит, что мне не дозвониться, что я не в зоне доступа, ну, так получилось, вот в пробках мы тут стоим, а народ прет, едет, ну, да, вся Россия здесь. Конечно, в основном краснодарские номера, но тем не менее, все хотят к морю. Погода у нас хорошая, 26-28 градусов. Все соскучились, все хотят свои животики и другие места погреть. Ну, а я пробиваюсь к Эльвире, чтобы забрать ее возле санатория Горного. На номер 5533. Первое слово «Ретро-ФМ». Стоимость услуги 7,5 рублей. Ну, пипец, конечно, Горячий Ключ, как тут народ едет. Вообще, там даже где нельзя ехать, просто под мостами, в два ряда по обочине, через двойные сплошные, то есть все хотят ехать. А мы что? Вон артисты, вообще. Как они будут выезжать на главную, непонятно. Можно сказать, почти приехал в Горячий Ключ. Пробку проехали, въезжаем в Горячий Ключ. Ну, вот и санаторий Горный, куда мы так долго ехали, наконец приехали. А самое главное, вот оно, золото из Твери, которое мы сейчас повезем к нам в деревню Молдаванку. Ну что, здорово, тихонечко здесь так. Слушай, вообще мне нравится. Это самый лучший санаторий Горячего Ключа. Самый лучший врач, самый лучший обслуживающий персонал. Костно-мышечное или вообще все? А розы-розы-то да, какие? Да, костно-мышечная. Поехали. Нам еще часа три обратно ехать. Ну, надеюсь, нас назад пробки не будет. К нам приехали гости. И мы ставим здесь дом. Палатка, дом, дача. Двухкомнатная, четырехместная. Да, это не мне ставим. Приезжайте, пусть и вам поставим. Тихо. Нет, у нас не такая, у вас есть. Ты веселый парень. Образца, когда надо сюда на палки больше натягивать. Орса. Так. Ты еще была на понятии, где вход. Ну вот, с этой стороны вход и с этой стороны. Он одинаковый? Да, да. Ну все, сейчас. Все. Просто надо еще больше, здесь же камни, она же сюда заходит. Давай так сделаем, чтобы спокойно шла вот туда. Это надо просто туда еще на метр подвинуть, хорошо. И все. Все будет в порядке. Главное, чтобы я поместилась. Ой, там места хватит.
А еще были. Ну, где была? Давненько мы ее не доставали. Да, мы это называется соберите палатку в сильный дождь. Пока соберем. А это знаешь, что это? Последний раз я была, когда на этом, на озере. Помнишь это? Как оно? Спелю. Как оно? Спорта спелю. Спорта спелю. Спелю, спелю, спорту спелю. Это спортивные игры были амбеевские у нас. И мы ездили на озеро. А Сережа почему-то он работал. Она была такая серьезная амбеевка. Амбеевка такая была серьезная. Да, мы, у нас такая. Не подруга. У нас такие друзья хорошие там образовались, так что нет такого. Я думал, вы стал очень дорогой. Добрый вечер, туристам. Добрый, добрый. А потом можно нам поспать в больнице? Да, здесь я буду спать. Я в гостях. Мы в аренду сдавать будем. И этот какой-то. Зинечка, привет. Все хорошо. Я забыл тебе позвонить. Так ты не качаешь. Какое может быть движение? Я качала. Движухи нету, Сережа. Алла, качай. Движухи нету. Я не хочу сниматься в твоем видео. Давай я буду Извините, качать. Дубль 2. Сейчас. У нас тут сейчас давай каждый буду покачает. Качать, ладно. У нас каждый покачает сейчас. Мне казалось, что я на не качаюсь. Мне кажется, не качаюсь. Поехали! А Орса, ты видел, что мы... Козочка, не надо! Смотри, помогает. Помогает. Не качает. Там воздух. Нет. Можно будет сейчас... Я вот здесь вот очень люблю, я вот перед домом. Да, да. Она пахнет, цветет, красиво. Наши люди на рынке. Наши люди на рынке. Хвойников, Володя сказал, нам не хватает. Не надо нам хвойников. Рыба. К часу дня рынок уже закончился, уже рыбный. Рыб поздно пришли. Значит, каждый день ведро по чуть-чуть. И все. Завтра с утра, завтра... В овощной? Или сначала сходим за мясом? Пойдем за мясом, к Артуру. Пойдемте. За мясом, а потом обратно пойдем. Пойдем в мясо. Так, Сережа, мне нужно выстрелить. Создали очередь. Угомонилась. Да, не создавала. Хочется чего-нибудь остренького. Зашли в один из магазинчиков рядом с рынком. Заморозку продают. Вот фаршированный перчик. 240 рублей. Рубленые котлеты. 265.
котлетки печеночные 270. Ну а здесь уже вот сырнички 225, вареники 265. Купил, сварил, а тут уже национальная штука. Янтыки 255, барциги по 200, хинкали по 215, манты, маленькие манты по 215 и пельменьки совсем малыши по 188. Купил и варим. Ну, алчонку что-то не понравилось. А, еще чебуреки, о, чебуреки по 214. Красота. Ну что, весь магазин скупили? Нет, закуску купили. Давайте вот мясо пойдем возьмем к Артуру. Вот, наконец-то мясо для супчика. Мясо для супчика. Косточку попилить? Попилить. Наш любимый магазинчик. Мясо всегда свежее. Вежливые продавцы. И для шашлыка, и баранина. А там тоненький. Сережа, мне денег не хватает. А на карточке? Ой, какие кусточки, мои собак сюда. Кусточки. Для... Арсению бы тоже хорошо здесь было. Главное, барашка там лежит. Хорошо. Кусточки. Кусочек добавим, мы сам мясо собрали. Я Москвы. Люди до Ижевска поехали, до Москвы. Не поедешь? Не поедешь? Я вам звоню. До Ижевска. 2,5 дня на поезде перебили. Подожди, я юг с Мурманской езду. А вот то была и рыбка, и юг. Хвостик. А вы на обычном подскарнике посередине. Нет, мы самолетом летаем. Не хочем мы что-то. Это в Севастополе, когда это, от мамы пришла посылка, открываем, а там в Москву окунь вяленый. Это хоть милиционер, особенно летом работает. Крымский рынок. Лук 250. Щевица, малина, абрикосы. Два часа дня, крымский рынок. Народу уже мало. Воскресенье. Все уже с утра затарились. Эля на рынке. Та-дам, та-дам. Черешня 200 рублей. 120 рублей. Есть 50. Черешня, мед. Интересно. Огурцы 60, помидоры по 90. Это 13 июня. Будут у нас помидорчики. А что за помидоры будем есть? Помидоры – это наши местные, Трудобели, Кисловский район. И сорта Топин-Гош. Топин-Гош. Сорт помидора. На 79 рублей. 79 рублей. Поздно уже это взяли. Короче, Дюбарау, да плюс Дюбарау еще… Дюбарау розовый. Дюбарау розовый. Он разный бывал. Вот и красный. Еще этих баклажан набрали. Все, зашли на рынок, называется. Только помидор не сажала. Короче, сходили на рынок, хотели мясо купить. Купили не только мясо, черешня и помидор, еще и всякой рассады. Короче, купили рассаду, и эту рассаду теперь будем вырастим и продавать на рынке баклажаны. Бизнес будет бизнес. Свой. Маленький бизнес. Это специалист по продажам из Твери сказал. Это не просто так. Эля решила в дорогу.
поезде что-то себе прикупить, почитать. 50 рублей, книжка «Домашнее чтиво». Две книжки, все. И все. А потом прочитала и продала за 30. Ну и напоследок, самое приятное, зашли в фирменный магазин Хадыжинского и взяли 2,5 Хадыжинского пива. Есть пиво Хадыжи, есть Хадыжинское. Один их зовут, но абсолютно две разных марки пива. Хадыжинское полегче, Хадыжи с горчинкой. Ну, в общем, как-то так. Короче, мы сегодня шашлык с Хадыжинским пивом усугубляем. Основатель бренда Хадыжи. Хорошая. Вот я только не понимаю пиво, которое со вкусом. Пиво Хадыжинское, медаль. Да, я вообще не понимаю, что это такое. Я какой-то одно попробовал. И мы снова в Левкаде. Наши гости. Первый раз в Левкаде. Фонтаны все работают. Солнце замечательно. Отличный день. Вчера был День России. Салют. Ярмарка народу. Здесь было море. Мы решили сегодня прийти, когда посвободнее будет. Но народу все равно много. Ух, погода просто замечательная. 28 градусов. Ну, там Аллочка фотосессию делает. Ну, а я маленький репортаж из Левкади. А, вот, да, видно, там указывали, да, и там все пьют. Девчонки в полном восторге от цветения роз. Общаться на Левкаде. Ну и напоследок обязательно нужно зайти в фирменный магазин Левкади, который находится прямо здесь. То есть вы погуляли, были на экскурсии, познакомились с винами, продегустировали, а теперь пришли сюда и выбрали все, что вам нравится. Красное, белое, вкусное, очень вкусное, все в ваших руках. Все как правильно, белое вино должно быть охлажденным. Здесь даже можно шляпки прикупить соломенные, если вдруг у кого-то нету.
Элли, ты где? Ну, девочки, расскажите что-нибудь хорошего о Левкаде, ваши впечатления. Ну, вам сказать, сейчас пойдем домой, жарить шашлык и пить вино. И пить Хадыженское пиво. Ну, Левкаде нам понравилось. Я на этой позитивной ноте мы закончим наш репортаж, да. Илечка, как тебе наша Левкаде? Тут первый раз? Я первый раз приехала к таким замечательным друзьям. Хочу сказать, красивое место, обалденное. Это место имеет очень большое будущее. Это я говорю как профессиональный риэлтор, который занимается этим уже 4 года, торгует домами в Москве и в Твери. Сергей только начинает. Он начинает работать вот с этим замечательным краем, как риэлтор. У него будущее обалденное, потому что все, кто хотят с севера, я сама с Мурманска раньше была, с севера, с востока, я не знаю, с Прибалтики, с Магадана, да откуда угодно. Это ваш край. Это так красиво, это просто сказка. Здесь пока есть возможность купить недорого, очень много участков для строительства. Есть дома, пока которые есть вы еще, можете перестроить, да, пока еще есть толпа народу. Есть все. Молдовановское, это... Молдаванское. Молдаванское, правильно, да. Я его неправильно называю. Я просто была поражена. Есть школа, 3 детских сада, магазины. Есть всякие площадки, магазины. Рядом Крымск с обалденными строительными и обыкновенными рынками. Ты мой рядом, но цены-то не морские. Это вообще просто супер. Честно говорю, просто супер. Ну что, господа присяжные, давайте. 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 Какая хорошая поляна. Алочка. А я у тебя где-то видела мы. Он на столе уже, Эль. Угу. 2 метра длиной закуска. А где которая моя темная? Ага, она, а я не знаю, куда ты ее ставила. Понятия не имею, а я ее хоть забрала. Да, темные пивоки. В холодильнике. Лежит горизонтально на стекле. Сейчас это. Да, я искала и не нашла. Так, ну что, ребят? Пиво греется. Ну, пусть греется. На то оно и пиво, чтобы он. Я и с тобой. Локти убирай. А? Я и с тобой, и без тебя. Открывалку взяла. Но мы вначале светлая, Хадыженская. Да, темная потом. Хадыженская светлая. Реклама пошла. И Хадыжи темная. Где? Рыба толстолобик. Это у нас что, хамса? Не знаю, это Алла знает. Что это? Что у нас? Это... Килька? Килька. Черноморская. Черноморская килька. Это... Сосовый. Картошечку мне очень хочется. Бери. Горячий? Нет, Сережа, нормально так? Нормально. Ну, хорошо подают. Ты же сама, да, сама сказала, ну, надо подай, себе, надо. Подавай. Подавай, говорит. Подавай, я подаю. Он и подал. И подал. Вы прям агрессивно против меня настроены оба. Мы? Мы зайки. Зайки-побегайки. Я слышал тут краем уха, говорят, как только мужик голодный, да, он вообще такой злой, такой, да, злой. Да, так что я еще сама доброта. Ты зайка? Ну, девоньки, рыбоньки, давайте. Амаля. Можно сказать, первый тусич
на земле молдаванской, представителей Твери. Дай бог не последний, да? Ну. Чтобы наш стол был полный гостей, да? Хороший. Да? Мы еще на Новоселье приедем? На Новоселье. Ой, какая вкусная. Вот что я хотела. Я знала, что я хотела. На, мешала уже. А ты-ка у меня попробуешь так, она не острая. Я попробовала так, я ее добавила. Хорошо. И острый, так и он там будет вкусно. Все, вон, пробуй. Тут и майонез, и ваша аджика. Я люблю два смешивать. Я люблю смешивать и люблю еще добавлять чеснок и много-много зелени. Угу. Рыба толстолоб. Или со сметаной, или... Куда будем кидать? Ходом. Почему? Блогер не снял еще. Ладно, девчонки. Круто. Давайте еще раз по маленькой, по пивасику. Я кусочки. Очень вкусная рыба. Не, то созрело. Это вот как балык. Да. А лещ, помнишь, мы брали? Так. Теперь освежу. Я просто... Арсений нашел слабое звено. А, меня? Да. Все, он прочувствовал. Не, дорогой мой, я не слабое звено. Я тебе сказала, ты меня сегодня рычал. Сына больше не получишь. Он в душе извинился. Ну, давайте. А я в душе ему дала кусочек вкусного. За наше, за свое. Я же не просто так. Я же хозяйка, тоже собак. Хорошее место у нас. Шикарно мы погуляли, хорошее место вы нашли, хорошо сидим. Ну вот чего сейчас петухи не поют, собаки не воют, лягушки не квакают. Воскресенье, выходной день, отдыхают. Как ночь относятся? У нас в Молдаванке петухи и собаки воспитаны. И самолеты даже не летают. И в понедельник не будет летать, потому что праздник. А вот во вторник начнут, особенно в 2-3 часа дня. Такие или красивые голубые самолеты. Прям ярко-голубого цвета. Голубые самолеты? Да. А летчики? У них тоже голубая форма. Нет, я имела в виду, сам самолет не серебристый, а именно голубой. Такой? Все дело в том, что я всегда говорю, когда у нас что-нибудь происходит в стране, меня спрашивают, говорят, новости смотрела там раньше. Мне же уже не спрашивают, я говорю, зачем что-нибудь смотреть новости? Я все вижу. Скажи, мама. Я все знаю без Скажи, вас. Мама, я говорю, я без дам. Вас все знаю. Когда, говорю, Сирию бомбим, когда Грузию, когда, говорю, куда перевозим, я говорю, без вас все знаю. Мама. У нас... Как только в стране что-нибудь случилось, с соседями чего-нибудь, мама. У нас катастрофа над городом, самолеты. На, молодец, все нежно, все, молодец. У меня всего, замусякал. Замусякал меня всего. Чу-чу-чу. Ну, какая красота, не надо ни крышек, ничего, налепил. Вот они, мужские руки. Вот он, шампур. Вот оно, мясо. Будет шашлык. Ты слышишь, как девушка сказала? У нас на канале Викинг Лайф сегодня шашлык по-молдавански. Берется молдаванская свинина, берется лук молдаванский, берется женские руки молдаванские, собравшие лук по-молдавански. Самое главное — это быть в селе Молдаванске. Тогда у вас будет настоящий шашлык по-молдавански. Ну что, первая партия. Ай-да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 -
закончились эти короткие дни, что у нас был гость из Твери. Человек остался накормленный, напоенный, выгуленный, выспатый, вот, в разных условиях. Да, и даже с сувенирами. Клубника Пандора едет на размножение к тульским кобелям. Тверским, извините, каламбурим. Вот. Погодка нам благоприятствует, регистрацию мы прошли, стоим на перроне и ждем поезд. Осталось буквально, кажется, до отправления 5 минут. Элечка, мы здесь. Как-то уставать. Давайте. Ну, сейчас двух этих самых. Сейчас. Я уже наплакалась. Иди, вы меня закройте. Эля, все хорошо. Все хорошо. Мы садились с двух сторон. Брали приступом вагон номер 4. Но самое главное, мы уже подумали, если что, обойти один вагон за 16 минут ты могла, потому что мы были предпоследние. Да, ну кто же знал, что после 7-го вагона будет 4-й. А мы считали, мы в окна смотрели. Ну что, все, пошли. А я все равно не спущусь. Отпускаем нашего человека до Твери. Все, уезжай. Ну все, проводили мы нашу гостью, помахали, посадили, успокоили, чемодан спрятали, все в порядке. У нас нет воды. Там выйдем. Воды хочется. Крымский вокзал. Вы не поверите, возле ЖД вокзала растут липы, которые цветут. Ялочке захотелось липового чая. Ну что поделать? Надо, так надо. Вкусно пахнет? Да, очень.